куда мы едем? Мы летим в Сан-Франциско первый раз. Всей семьей. Да. Вчера инструкцию «Орел и решка» посмотрели. Я уже упуталась. Это папа. Боюсь. Мы едем в Сан-Франциско. Джен поставил фотку с собачкой. В Сан-Франциско. Окленд. Sutra Bass. Let's go Sutra Bass, because we're back to the mom. Впечатляет. А какого года вот? У нас запрещена. Что? Ну, краска. А? Которая не боится морской воды. Ну, сюда. Don't like that. Was like that, guys? Вон там, видишь, у соседа? I'm having a snack on a boat. Mom having lunch. It's called a catch. Catch? Называется catch. Видишь, они не все. Маневр вовсю у нас. Умеешь, тогда, конечно, это лучше. But if you know, it's better. Все такое грязное. А почему? Это Феникс. Не трогай. Вдруг аллергии, ну, да? Красиво. Могуче, так это. Как сказать? Сильно. Красота. Бомжик сидит. Я бомжик. Как Титаник, смотри. That was my suggestion, right? Сейчас. Все продумано, там даже руками нельзя. Мама в кошельке. Сувенир тайм. Давай. Ну, я должна крутить. Да. Крутим сувенир. Как в Орле и Решке. Все, выпало? Да. Ну что попался? Золотая. Мост. А, ну это... В те времена. Путь старинный. Старинный. А у нас бы все. Сейчас на металлолом порезали, сожгли бы. Да. Старье никому не нужно. Crazy. It's so cold. Right, summertime. А вон еще. Да, моржи. Вон стоит в трусах. Вот здесь они жили. Закрыто что-то. Good thing. Не, я же не знаю, как. Yeah.